Орлы, перед тем, как вы скажете, что это кликбейт, я скажу. Колокол. Колокол, орлы. Колокол. Те, кто не подписаны, те, кто еще не стал орлами, самое время это сделать. В чем смысл этого видео? Альтернативные концовки... Их нет в Call of Duty, нет. Нет здесь альтернативных концовок, и никогда в Call of Duty их не было. Но есть одно но. Есть альтернативные методы получения этой самой концовки. Она одна, но тут есть и выборы в диалогах. И по-разному вы можете финального босса, вот этого генерала Баркова, убить. Да, его можно убить... По-моему, тремя способами. Да, тремя способами. Нет, там в итоге одинаково все, но есть три подхода. То есть вам не обязательно делать то, что говорит игра. По сути, игра вам даже не говорит, что с ним делать. То есть это не как убийство генерала Шепарда в МВ2. Здесь вы можете сами решить, что вы хотите делать. Так что давайте я вам сейчас покажу, как это работает. Мы начнем с читерского способа, который делают те, кто не может по-нормальному. Спой мне связь! Быстро! Повторяю, Барков улетает. Скажите им это, генерал Барков. Меня не будут игнорировать! Есть контакт. Мне все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! То есть смысл в том, что мы достаем пистолет, хотя у нас по умолчанию в руках нож, и как бы игра нам намекает, что бери нож и давай ножом фигачим. Но это совсем не обязательно, можно просто подойти и выстрелить. Ну и можно выстрелить по нему второй раз, и вам даже достижение выпадет, что вы просто полный засранец, который вообще бессердечный. На финальную катсцену это никак не влияет, то есть мы убиваем, все, что будет происходить дальше, оно так и остается, я не вижу смысла это показывать лишний раз. Полное видео, где там все фрагменты концовки, все катсцены, связанные с концовкой, даже после титров, это все есть в отдельном видео, ссылка на него, если я не забуду, напомните, если я забыл, в описании, наверное, в первом комментарии закрепленном будет, так что если вы хотите просто посмотреть саму концовку без говна, то она там. Здесь мы разбираем альтернативные методы получения. И солнце лучик. И в небе тучи мне волшебный ключик, как будто бы во сне. Блин, почему он так хорош? Просто я чисто случайно YouTube порекомендовал мне вот такой канал. Pink Butterfly Man или мужчина, розовая бабушка. Ой, бабочка-то, я всегда их путал всю жизнь. Я подпишусь, потому что реально крутой чувак. Поет на стримах, вот пишет свои песни, общается. Смысл его канала вообще в том, что... Так я не понял, он лайкнул мое видео? Необычно. Так вот, он проводит стрим, он общается со своими зрителями и играет, собственно, на гитаре. Вот я хочу тоже начать играть на гитаре. Блин, у него еще камера такая крутая, но вы видели освещение крутое. В общем, ссылка в описании, орлы, наконец. Понимаешь, на YouTube все-таки есть годный контент, помимо меня. И я этому очень рад. Ну, как вариант, давайте посмотрим, если пойти на рожон, то есть я просто вылезаю из своего укрытия и иду на Баркова напрямую, без стелса, без всего. Возможно ли его убить так? Те, кто были на стриме пару дней назад, все это видели. И нет, его невозможно так убить, он вас спалит. И тут есть цитата, многие думали, что в этой колде нет цитат после смерти, нет, они есть. И это круто. Извините, что прерываю наслаждение контентом, но я просто обязан поприветствовать 4 новых элитных орлов, которые будут получать контент на канале раньше всех остальных, и которые получают еще кучу разных плюшек, которые описаны, там ссылка в описании есть, либо кнопочка, смотря через что вы сидите, и можно оформить платную писку. Лосось, Буль-Буль, Арк, Алекс Фишер, который аж с двух аккаунтов подписался, вернее, на 2 моих канала, и Мистер Негатив. 4 новых элитных орла, которых я люблю, держите сердце от меня, я рад вас видеть, вы влились в ряды, и сейчас у нас суммарно на эту каль 29 платных подписчиков, 29 элитных орлов, которые получают кучу бонусов. Добро пожаловать. Вот в МВ4 были все-таки самые классные цитаты, и вот если он нас замечает, он начинает на нас орать. И пытаться застрелить. Карин, ты привела этих ополченцев, которых называешь армией, на верную смерть. Лезешь куда не надо, прямо как брат твой.
ты и будешь по жизни зайцем, Фара! А, что за дебил придумал пистолет всего с 6 зарядами? А пистолет побольше тебе не дают, генерал? Но даже в этой ситуации вы можете его победить, потому что у него лишь 6 патронов в револьвере. Как только патроны кончаются, бум, сука, можно подраться. И тут мне захотелось проверить, а что если я буду делать старое доброе ничего? То есть я не нажму Enter, как игра просит, и просто подожду. Угадали! Мы умрем! Ну, конечно! Понимаете, Activision и Infinity Ward, они такие, они не хотят, чтобы игра играла за вас. Вы должны играть сами. В отличие от там Quantic Dream и так далее, вот от всех вот этих вещей. Естественно, есть и стелс-метод, для этого нужно дожидаться, пока генерал будет смотреть куда-то вдали. Если он начинает смотреть в бок, то вам не повезло, и вас спалят, и придется снова с револьвером проворачивать схематоз. Если вы этого не хотите, просто ждите, пока генерал... Выглядывайте вот так вот из-за угла и ждите, пока генерал будет смотреть вдаль, занимайтесь. Некоторое время, самый долгий способ, но, как я понимаю, так и задумано разрабами. Дальше Барков будет читать очень долгую речь, и можете ее послушать полностью. Еще тут, Фара. Я еще жив. Я убиваю крыс. Я защитник России. Я не дам ворам, мошенникам терроризировать мою родину. Но так как Барков мразь, он попробует все-таки взяться за свой револьвер в последний момент. Если вы протупите, ну, понимаете, что будет. Но я тупить не стал и помог Баркову расстаться с жизнью. Я никогда не сдамся. Ты меня слышишь? Я могу тебя... Фара! Нет! Я все отдам! Это... Я же говорил тебе, Фара, давно говорил. Твоя страна плодит террористов. Поэтому ты здесь. Теперь ты понимаешь? Я пытался защитить Россию. Пытался все это прекратить. Теперь вижу, что сделал недостаточно. Ты и твой брат. Я знаю, кто вы такие. Я всегда знал. И дальше вы можете ответить 4 разных варианта. Ну, плюс просто промолчать. Как мы уже делали ранее, и застрелить его, там можете ничего не отвечать. Влияет ли это на что-то? Нет, это чисто вам по приколу. Вы можете выбрать свой вариант ответа. Не, абсолютно ни на что не влияет. Концовка все равно та же самая. Катсцены уже предзаписаны, они те же самые. Это, с одной стороны, печально, с другой, это твой личный выбор. Ты сам можешь выбирать, как ты хочешь. Так, сяк, эдак. Твой личный выбор. Орлы, вот как вам эта концовка? Как вам все альтернативы? Варианты, и какой вам кажется, что самое главное, правильным? Вот какой вариант самый по вашему? Это за мою семью, это за Ханира. Я не террорист. Стой! Я Карим. Нет. Рот Стой. Закрой. Посмотрим, умеют ли псы летать. Здесь Нет. только один Стой! Террорист, и он мертв. Какой вариант самый, по-вашему, верный? На мой взгляд, это стелс-вариант, когда мы прокрадываемся, а не когда нас палят, потому что...
Ну, я не знаю, Карим все-таки у нас, о, вот эта Фара, она опытная, и она опытный оперативник, опытный диверсант и все дела, и не должна она палиться. Ну, не должна, это выглядит стрёмно. То есть нам, как игроку, дают возможность, потому что усвоили они уроки, что... Я думаю, они смотрели некоторые YouTube-каналы разрабы и видели, что, блин, люди как-то любят экспериментировать в играх, и давайте мы сделаем несколько вариантов концовки. Это круто, что можно попробовать и получить разные варианты одной и той же концовки, по-разному добраться до одного и того же варианта. Понимаешь, разрабы как бы намекают, что вот есть правильный метод, да, с ножом прокрасться, все дела, а ты можешь по-своему, если ты понимаешь, ты же умный, да, у тебя пистолет там, ты можешь взять, просто застрелить его, вообще без слов, без говна, просто возьми его, застрели, иди дальше. Так что вот, орлы, вот все концовки, поставьте палец вверх. Мучился я недолго, где-то всего лишь полчаса это заняло, плюс перекидывание сейвов из одной папки в другую, чтобы много раз это все перезапускать. И я также буду остальные моменты, где есть альтернативный выбор, прорабатывать, ждите. Я что-то решил увлечься колдой и сделать много роликов. Возможно, если все будет хорошо, хочу постримить Advanced Warfare очень сильно, потому что соскучился. Может, Infinite Warfare ради Джона Сноу и ради того, что, в принципе, игра-то неплохая была в свое время, да и сейчас неплохая. И, может быть, что-то еще постримим из именно серии вот Modern, из именно серии Warfare. Оригинальный Warfare 2-3 стримить не хочу, потому что много раз это все уже постримлено, много раз все это уже переиграно, просмотрено, и как-то не хочу, я хочу более новые игры, в которые я играл лишь по одному разу, хочется уже их как-то снова вспомнить, освоить, так что напишите еще в комменты, какую игру вы бы хотели от меня увидеть больше, это Advanced Warfare или Infinite Warfare, вот у меня выбор такой стоит, то есть я, скорее всего, поиграю в обе, но вот в какую раньше, это вот вы мне подскажите, так что вот, орлы, всем спасибо, что смотрели. С вами был Евген. Люблю вас.